Враждебная разведывательная структура, так глава ЦРУ Майк Помпео назвал скандальный сайт WikiLeaks. Джулиан Ассанж, по мнению Помпео, действует в интересах России. Именно WikiLeaks опубликовал документы демократической партии, которые, по мнению Помпео, были похищены в результате хакерской атаки в интересах Москвы. Ассанж и его коллеги сегодня заодно с диктаторами. Они безуспешно пытаются скрыть себя и свои действия, прикрываясь свободой слова и неприкосновенностью частной жизни. Но на самом деле они ничего не защищают, кроме себя и своей известности. Их миссия — разрушение западных ценностей. Они не заботятся об интересах людей, они сосредоточены лишь на авторитарных режимах, которые фактически подавляют свободу слова и используют законные секреты правительств. Напомню, что во время избирательной кампании WikiLeaks публиковал документы из штаба Демократической партии, в том числе письма главы избирательного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. При этом в окружении Клинтон утверждают, что к этому причастна Россия, которая была заинтересована в победе Дональда Трампа. Добавлю, что Москва обвинение во вмешательстве в выборы президента США по-прежнему отрицает.